Вечером 15 октября 29-летний обвиняемый во овраге на улице Оренбургской в ходе распития спиртного нанес своему знакомому удары стеклянной бутылкой и металлической арматурой по голове, от которых потерпевший скончался на месте преступления. Выпили понемножку, начали сосиски, костер развели, начали сосиски жарить. Вот. Он начал продолжать кусаться со мной. Я ударил в глаз ему с левой руки. Вот. Тот схватился за глаз, я ударил бутылкой 4 раза. Вот, тот упал на колени, вот, начал вставать, я ему ударил арматурой 4 раза, он упал в костер. Я вытащил его с костра и положил туда головой. Ульяновским следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Нападавший в кратчайшие сроки был задержан, по ходатайству следователя следственного комитета арестован. Он не работает, ранее судим за кражи, разбой и незаконный оборот наркотиков. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.